Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться, друзья, с вами проектом. Вот такое вот у него иностранное название, вот оно вверху. В этом проекте нам дают бонус при регистрации $10. Вот он. И на эти $10 вывести мы их, естественно, не сможем. Будет капать процент. Капать копеечка. Набираем 10 центов и выводим, так как минималка здесь от 10 центов. Проект, друзья, без вложений. Это еще и рекламная платформа. И букс, и инвестиции. В общем, много чего здесь есть. Значит, как зарабатывать? Прочтете. Вопросы-ответы также прочтете. Регистрация. Кликайте присоединиться. При регистрации указываем только email и пароль. Я же войду и объясню все как бы в общих чертах. А там кого заинтересует, уже сами погуляете по сайту, почитаете. Вот. И такая же регистрация. Вот присоединиться. Email, два раза пароль и капча. Там, по-моему, надо еще будет галочку поставить. И войдем в аккаунт. $10 сразу уже у нас будет на балансе. И он уже как бы начнет майнить копеечку. Так, немножко подтягивает сайт. Сейчас войдем. Вот, вошла. И вот у меня на балансе, вот наш баланс для вывода. Смотрите, вот у меня 4 цента. Есть русский язык, есть английский. Значит, что у нас здесь? У меня бонусов 21 бонус. Вот. Если будете инвестировать, вам будет идти 2% в сутки. А на бонусные денежки идет 0.1%, по-моему, как-то так. Значит, смотрите, друзья. Здесь сразу находится наша партнерская ссылочка. Ваши бонусы за приглашение. $3 за регистрацию реферала. 5% от дохода реферала. 5% от покупки реферала. Первый, второй, третий уровень. Далее что? Здесь, как я сказала, есть серфинг. Я вчера рассматривала серфинг. И 10 центов, я думаю, можно легко набрать. Участников здесь почти 17 тысяч. Пошли уже выплаты. Далее что? Давайте прогуляемся. Вот это наша панель управления. Наша домашняя страничка. Вкладочка «Зарабатывать». Кликнул. Что-то он начал тянуть. Здесь у нас серфинг, друзья. Просматриваем серфинг. Ну-ка, в основном по 60 секунд. Значит, смотрите, здесь кликаем криптовалюты, инвестиции. Ну, он тянет, сами уже игры, знакомства, соцсети, новости, заработок, обучение, прочее. Ну, вот как бы так. Все. Давайте просмотрим рекламку. Кликаем вот просмотр сайта. Нас перебрасывают на страничку. На страничке находиться не обязательно. Можно вернуться обратно. Вот здесь идет отсчет таймера. И, как я уже сказала, на страничке... Да. Что-то сейчас по новой кликну. Просмотр. Вот пошел отсчет таймера. Находиться не обязательно. И можно зайти куда-нибудь там погулять по интернету или в другой проект зайти, как бы, да. За минуту можно многое сделать. Давайте подождем.
Вот осталось несколько секунд, и появилась вот такая капча. Нужно кликнуть по числу 37. Кликаем 37. Ну, вот что-то он сегодня у меня... Вот загружается страничка. Что-то тянет у меня сегодня. Вроде чистила вечером. Сейчас страничка загрузится. Все, нам зачет. И таким вот образом просматривать рекламку. Это зарабатывает. Также можно здесь рекламить свои проекты. Кликаем купить рекламу. И что здесь? Ну, прежде надо пополнить баланс. Так, ссылка на сайт. Реферальная. Заголовок. Описание. Выбираем, сколько секунд нам надо. Далее. Выбрать так количество переходов в сутки от одного человека. И выбираем, сколько нам человек здесь надо. Вот. Далее. И что у нас? Криптовалюты, инвестиции. Ну, вот это как бы также выбираем. Стоимость одного перехода вот такого количества. 1000 переходов, $1,5. И кликаем разместить. Так. Ну и, естественно, надо пополнять баланс. Вкладочки партнеры. Сейчас загрузится. Так, также находится наша партнерская ссылочка. Ну и рефералы. Наша. Так, пополнить я вам показывать не буду. Захотите, это, как я сказала, здесь я работаю без вложений на серфинге. Набираю минималочку, проверяю на вывод. А вы уже сами хотите инвестировать, это уже дело лично каждого. Так, вывод средств. Выберите систему и введите сумму. Значит, мой баланс 3 цента я не смогу вывести, так как минимальный вывод от 10 центов. Центов Payer. Вот. И доступно к выводу, как бы вот видим, да? Такое количество у меня. Я вывести не смогу. Далее. Настройки. Ну, в настройках здесь как бы и нет ничего. Там, если изменить пароль, платежные реквизиты мы будем прописывать при выводе денежных средств. Ну, имейл, регистрация я вчера поздно вечером. И как бы сменить пароль. Личный кабинет. А, ребят, еще не сказала, самое важное. Вот. Я вам сейчас покажу. Ну вот, перебросила вот панель управления. Это и есть. Значит, смотрите. $5 за подписку Telegram. Подпишитесь на Telegram-бот. Он будет оповещать вас о начислении прибыли. Значит, что я вчера сделала? Я кликнула на этот значок. Меня перебросило на Telegram. И мне сразу же автоматом мне капнуло сюда $5. Вот на этот баланс. Как бы мой баланс увеличился, да? Было $10 при регистрации плюс 5. Того у меня было $15. Но на бота я не подписалась. Наверное, надо подписаться все-таки. Вот. Ну что? В принципе, здесь и все. Больше и показывать нечего. Тут напишите нам и в онлайн. Если у вас какие вопросы, пожалуйста, пишите. Вот. А на буксе
я за всю рекламку вот эту по 1 центу. Потом минут через 30-40 я еще разошла. Рекламка опять появилась. Я опять эту рекламку просмотрела. Как бы и вот за все вот это мне по 1 центу как бы я получала. Ну и 10 центов, я думаю, набрать можно. Набираем минималку, проверяем на вывод. Я же наберу минималку, проверю на вывод и, конечно же, запишу видео по выводу денежных средств. Абсолютно без вложений. Я сюда вкладывать не собираюсь денежку. Ну а вы как хотите, это уже дело ваше. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.